Едем дальше. Следующая на очереди у нас темничка. Это, скажем так, раса ближе к темным эльфам, подземелье, с троглодитами, гарпиями, минотаврами, медузами, красными драконами, в том числе и черными, и мантикорами. Здесь тоже есть свои классы героев. Воины здесь представлены лордами, а маги представлены чернокнижниками. И если говорить о вероятности повышения основных навыков, то они будут следующие. У лордов 35% на атаку и защиту и 15% на силу магии и знания, а у чернокнижников по 10% на атаку и защиту, то есть атака и защита, конечно, заходят, но очень редко. И что самое интересное, у них 50% на силу магии и только 30% на знания. Таким образом, в плане ударной мощи чернокнижники, наверное, одна из лучших рас классов героев магических, которые только есть. Вот больше них, в принципе, на силу магии шанса нет больше ни у кого. То есть это самые жесткие по силе магии маги. Но после 10 уровня ситуация немножечко меняется, выравнивается прокачка у лордов, и она становится 30-30-20-20. У чернокнижников она в обратном порядке становится 20-20-30-30. Таким образом, дальше уже более ровненько качаются герои. Но в принципе, вот сколько раз я прокачивал самих лордов, они у меня качались примерно так же пропорционально, как и те же рыцари смерти у некромантов. Особой разницы я не заметил. Но в теории мы видим с вами, что разница все-таки есть. И она вроде как даже существенная. Далее есть смысл рассмотреть получение вторичных навыков, какие же заходят чаще, какие нет. У лордов 6% на стрельбу, в принципе, с учетом двух стрелковых стеков, которые есть у данной расы, это большой плюс. 8% шанс на логистику, поэтому они, конечно, уступают в получении логистики воинам из Инферно, но в целом отстают от них не намного, и шанс на получение логистики очень и очень хороший. Помимо этого, у них восьмерочка шанс на лидерство. Тут уже сами думаете, нужно вам это будет или нет. 7% на баллистику, чтобы лучше штурмовать города, это уже, пожалуй, минус. А также десяточка на получение тактики. Поэтому получить тактику при игре за одного из этих героев, это вообще не является проблемой. Также 8 шанс на артиллерию, чтобы лучше управлять баллистой, обычно все-таки это не используется. 8 шанс на атаку, 6 на доспехи, поэтому в этом плане в бою у них проблем нет, и ловят они с большим шансом все необходимое. И также, как для хорошего шанса перестраховаться, у них шанс в виде 6 на сопротивление магии, что тоже довольно-таки хорошо. Если же мы говорим с вами о чернокнижниках, то у них десяточка шанс на получение мудрости, что в принципе понятно. Восьмерочка на мистицизм, что, пожалуй, наверное, лишнее. Восьмерочка на зоркость, что тоже, пожалуй, лишнее. Восьмерочка на грамотность, что, скорее всего, тоже лишнее. Но зато восьмерочка на интеллект и десятка на волшебство. Исходя из этого, получается, что по первичным навыкам чернокнижники это, пожалуй, самый-самый топ, который есть. Но зато, если мы заглянем в шансы выпадения вторичных навыков, то здесь даже больше выпадают ненужные навыки, чем нужные. Хотя некоторые нужные навыки тоже здесь находятся на приличном уровне. Ну а теперь пришло время нам рассмотреть самих героев. Итак, первая у нас Лорелей. Это специалист по гарпиям, и она приносит от 1 до 3 стеков именно гарпий. Есть даже отдельная стратегия игры именно за этого героя с гарпиями, с их быстрым улучшением. И я думаю, что нам следует эту тактику в дальнейшем рассмотреть. Стартуют лорды с 2 единицами атаки и защиты и с 1 единицей силы магии и знаний. Стартуют без книги заклинаний,
Но единственные минуса, которые есть у Лорелей, это, наверное, ее навыки. Первый — это разведка, который не всегда нужен, но периодически может оказаться очень полезен. А вот лидерство тут 50 на 50. Дело в том, что конкретно под Гарпий лидерство заходит просто неимоверно круто. И вы это увидите в будущем. А под некоторых других юнитов не всегда нужны. Плюс в этом городе есть минотавры, у которых вообще всегда положительная мораль. Им наплевать на лидерство. У них и так все хорошо. Поэтому герой по-своему уникальный. Но герой не для новичков, а для ребят, которые умеют за него играть. Следующим героем является Орлаш, с двумя атаки, двумя защиты и точно так же с единичкой силы магии и знаний. Специалист по баллисте, сразу же имеется оружие и артиллерия. Приходит с баллистой, но приносит меньше армии, от 1 до 2 стеков. В принципе, позволяет даже с меньшим количеством армии и баллистой неплохо себя чувствовать в боях с нейтралами. Баллиста компенсирует недостаток армии. Но все равно это не лучший специалист по баллисте. Он, конечно, благодаря тому, что ему атака заходит чаще, находится на более высокой ступени, чем, к примеру, тот же специалист Тарасар у башенки. Но, тем не менее, проигрывает некоторым другим героям, некоторых из которых мы с вами еще рассмотрим. Далее идет Дас. Замечательная специализация по минотаврам. Помимо этого, есть два ключевых навыка, которые нужны любому воину. Это оружие и тактика. И приносит с собой стандартное количество армии. От 30 до 40 троглодитов, от 4 до 6 гарпий и от 3 до 4 бихолдеров. Второй и третий стек заходят далеко не всегда, с определенным шансом. Причем этот шанс на каждый последующий после первого стека все меньше и меньше, поэтому не всегда армия будет такой уж хорошей. Но в целом герой топовый, герой очень классный, ничего лишнего, все только самое-самое нужное. Далее идет Аджит. Аджит подойдет больше для новичков, наверное. В том плане, что стартуя за него, вы получаете больше бихолдеров или созерцателей, как здесь, для того, чтобы была возможность стрелять. Он их ускоряет и усиляет, поэтому воевать за них становится более комфортно. И имеет в своем активе лидерство и сопротивление. Сопротивление ему пригодится на будущее, а лидерство иногда позволяет стрелять бихолдером дважды, что в целом тоже может оказаться довольно-таки неплохой подоплекой. Но в целом, наверное, все-таки Аджит как герой будет похуже Даса, потому что у Даса сразу же возможны разбивки на любых охранах и урона в ближнем бою больше наносит. Это больше такой вот игра через стрелковый вариант. Но опять же, довольно посредственная игра через стрелковый вариант, потому что у него даже в наличии нет стрельбы, о чем мы можем говорить с вами дальше. А в ближнем бою нет оружия и доспехов. Конечно, все это в перспективе он может словить, но мы говорим с вами конкретно о старте. Далее есть Дамакон, это специалист по золоту, опять же на 200% сложности он очень неплохо заходит, или если вы поторговались в серьезный минус для себя, у него идет продвинутое оружие, стандартная армия с ним приходит, тоже герой, у которого особо ничего лишнего нет. Иногда может оказаться его специализация не очень нужной, но, как показывает практика, не такой уж и ненужной она является очень часто. Продвинутое оружие делает удары армии со стороны Дамакона самыми сильными на старте игры. У данного города, в принципе, больше урона, чем Дамакон, не наносит ни один другой герой. Но его специфика то, что он проигрывает некоторым героям, которые приносят побольше армии. Но в целом это тоже один из хороших героев, за которых можно играть. Далее у нас идет Гунар. Особенно хорош на больших картах, где он может проявить себя во всей красе. Он является специалистом по логистике. Сразу же эта самая логистика у него есть и есть тактика.
То есть у него ничего лишнего нету, у него нет никакого усиления для армии на старте игры, но есть тактика, позволяющая разбиваться на любых охранах и предохранять своих стрелков от вражеских ударов и иметь возможность должным образом расставиться и закрыть все важные стеки. Помимо этого, ему перетемповать и перебегать других вражеских героев не составляет вообще никакого труда. Поэтому, если у вас идет ставка на темп, можете играть за Гунара. Раньше Гунара выбирали чаще стартовым героем, чем сейчас. Но даже сейчас есть целый ряд сильных игроков, которые продолжают выбирать его, если не всегда, то периодически главным героем. Далее идет Синка. Синка является специалистом по мантикорам. Во-первых, мантикоры строятся далеко не всегда на первой неделе. Во-вторых, даже если они строятся, то она приносит, во-первых, стандартную армию, ничем не примечательную. Во-вторых, у нее есть грамотность, что ее делает более хорошим саппортом, вспомогательным героем, нежели главным. Но есть ли смысл ее когда-нибудь делать главным героем? Да, есть. Если вам выпали какие-то внешние жилища мантикор на карте, можно вполне задуматься о том, чтобы мантикор усилить и ускорить, и Синка с этим справится замечательно. И, пожалуй, самый частый герой, которого выбирают на старте, это Шакти. Это связано с такими факторами, как самая большая армия, которую приносит любой герой на старте игры, и самая дорогая. То есть, если выпадет 3 стека, и они будут максимальные, это будет 120 троглодитов. Ни один другой в игре не может принести такое количество юнитов первого уровня, как Шакти. Помимо этого, он еще является специалистом по этим юнитам, он их ускоряет, усиляет. Помимо этого, топовые навыки, которые у него есть, это оружие и тактика, ну, делают его просто непревзойденным в этом плане. Поэтому, чтобы не выбирать Шакти, приходится, конечно, отказываться от огромного количества троглодитов, что не всегда сказывается в плюс. И получается, что самый большой урон в игре на старте за данный город наносит Дамакон, но он даже близко не может сравниться с ударной мощью Шакти до тех пор, пока он не растерял троглодитов. Вся вот эта вот полученная пачка троглодитов, ускоренная и усиленная, она наносит больше урона, чем возможная стартовая армия со стороны Дамакона. Разве что Дамакон выбран главным героем, а в таверне пришел Шакти, который передал ему армию. Ну, в этом случае да, Дамакон нанесет вначале больше урона, но он не будет ускорять и усиливать троглодитов как таковых, поэтому они, скорее всего, у него разойдутся гораздо быстрее на всяческие нужды в бою. Далее мы с вами переходим к чернокнижникам. Класс героев, как мы уже с вами отметили, один из лучших магических. И сразу же первый герой, и первый герой топовый. Специалист по заклинанию 4 уровня, по воскрешению. Это же заклинание есть у него в книге заклинаний. Все чернокнижники идут с 3 силой магии и 2 знаний на старте. Единственный относительный минус, который есть у Аламара, это то, что он приходит с грамотностью. Но с учетом того, что у него есть топовое заклинание, то когда он заэкспертит грамотность, он это заклинание сможет передать другим. Таким образом, все будут бегать с воскрешением, если достаточно у них мудрости и есть книга заклинаний. Армию приносит стандартную, герой очень хороший и очень часто приводит к победам и позволяет сражаться вашей армии без потерь. Если вы прокачали магию земли, конечно же. Далее идет Жайегар. Это такой же герой, как Халон и еще один, которого мы с вами рассматривали. Специалист по мистицизму. В основном хорош после хорошей раскачки на средней и длинной дистанции и в основном на маленьких картах, либо средненьких. На больших, конечно, он мало что может показать. Есть сразу же заклинание «Щит» в книге заклинаний и приносит с собой стартовую армию. Для старта, наверное, больше не советую, чем советую. Далее идет Маликит, специалист по волшебству. И волшебство есть среди вторичных навыков, стандартная армия.
Но проблема в том, что у него в книге заклинаний нет ударных заклинаний, точно так же, как у того же Зидора, к примеру, которого мы рассматривали. Здесь заклинание, которое усиливает удары в ближнем бою, но при этом оно не наносит никакого урона дополнительно. Таким образом, Малекит является неплохим героем на перспективу, но не очень хорошим стартовым героем, пожалуй. Далее идет такой же примерно герой, как и Аламар, но немножечко лучше. И сейчас мы рассмотрим, почему. Он тоже является специалистом по восстановлению. В наличии у него оно есть в книге заклинаний, приносит стартовую армию, но у него нет сразу грамотности. Вдобавок к этому у него продвинутая мудрость, в отличие от базовой у Аламара. Он может сразу же начинать там ящики Пандоры какие-то собирать, не боясь, что он упустит что-то серьезное. Потому что, скорее всего, он заэкспертит мудрость и еще пробивая этот ящик Пандоры в первый же день. Аламару такое не всегда доступно. Но с другой стороны, Джедит не может это заклинание переучивать другим. Но с учетом того, что мы знаем, что шанс на получение грамотности не так уж и низок, с большой долей вероятности, если вам будет нужно, Джедит этот навык прокачает. Далее идет Гион, специалист по зоркости. В общем, ничего примечательного в нем нет, за исключением того, что у него в книге заклинаний есть замедление. Поэтому, когда вам сложно найти замедление, и приходит Гион, сразу же задумываешься о том, чтобы какому-то герою прокачать грамотность или найти героя с грамотностью, и от него переучить замедление своему главному герою. Как главный герой и как стартовый, ничем не примечателен, поэтому особого смысла стартовать нет. Далее идет Димер или Диемер. Специалист по метеоритному дождю, которая есть у него в книге заклинаний, имеется мудрость и разведка. И вот, пожалуй, для мага единственная разведка под вопросом, поскольку она не всегда ему нужна. Армия приходит стандартная, но герой очень хороший и очень топовый. Во-первых, сложно заполучить заклинания 4 уровня на старте игры, а особенно такие топовые. Этим могут похвастаться как раз Димер и Айслин, которые позволяют за счет метеоритного дождя пробивать и стрелковые стейки, и многие серьезные охраны. Единственный минус — это то, что маны хватает только на одну метеориточку, и потом нужно садиться ее пополнять. Но это все только в начале игры, потом вы сможете все это дело раскачать и уже реже будете заниматься пополнением маны. Была даже в турнире 9 королевств, видео с которого вы найдете на канале ArmacPlay на YouTube. Игра между Псичи и не помню против кого он играл, но играл он как раз таки за Димера. И у него был ящик Пандоры за очень сильной охраной и не очень хороший расклад. И как он сделал? Он покупал Димера, нападал, бил метеоритным дождем, после чего откупался или сбегал. Заново покупал Димера опять, пополнял ману, атаковал, бил магией, сбегал. И так делал до тех пор, пока не убил охрану возле серьезного ящика Пандоры. Потом он взял этот ящик Пандоры Димером же. Он оказался топовым, в итоге это привело к победе. Поэтому недооценивать данных специалистов ни в коем случае нельзя. Пробивная сила у них очень хорошая за счет магии. Еще один хороший герой-маг, который здесь есть, это Сипхинаров. У нее, конечно, специализация приносить кристаллы, то есть это тоже ходячий герой шахта. Но в остальном она довольно-таки неплохая. У нее есть мудрость, у нее есть интеллект, поэтому на старте игры больше маны, чем у Сипхинаров, в этом городе ни у кого нет. Армию приносит стандартную. Ну и, пожалуй, еще один минус — это то, что в книге заклинаний всего лишь защита от воздуха. Не то, что хотелось бы видеть. Последним героем здесь является Darksthorn, специалист по каменной коже. Это же заклинание у него есть и в книге заклинаний. Армию приносит стандартную, имеет мудрость. Из лишнего можно отметить, что у него есть обучение, от которого хотелось бы отказаться. Но с другой стороны, заклинание довольно хорошее. И с учетом того, что под ним это заклинание действует лучше,
против стрелков сражаться за этого героя очень даже комфортно, даже в начале игры.